Молодцы. Что, может так даже? Что это? Вот. Вот договор лежит. Договор-то достанете тоже. Ну. Что, ты зиму открывать не будем, наверное, да, еще? Нет, ну достанем эту штуку. Шампура? А, привязанные. Так, под нос. Нижний под нос. Ножик, Ларис, неси. А, ты ножку. Ну вот, а жентов, пока. Она где стояла? На улице? Вся холодно. На машине привезли. А где стояла? Склад, что ли? Теплый. Так сегодня привезли. Нет, теплый был. Откуда теплый склад? Что это? Теплый, наверное. Ты меня шампуром заказывала? Я не помню. Пять вот. Считай. Вон. Так, разные. Два. Ну, разные, ты же разные заказывала. Стой, подожди. На, считай. Держи, держи. Считать не буду. Ну, наверное, да. Полностью. Кирилл, мы поднимем такой шапку. Ой-ой-ой. Холодно? Ну, а еще ты включать нельзя? Ну, конечно. Что, распечатываем, ты держим? Угу. Ну, тебе держите. Без заявления не включать. Инструкции, Эвелина, дай инструкции же. Ну, еще включить второй смотр. Ты же. Ты их не мог. Что-то грязно. Это перед? Вот это, наверное. Нет, это перед. А, вот перед. Короче, Борис Монтачев, да, все, кичвал-дачвара, блядь, тут затемали будет. Мы уже, блядь, тоже шувалы и садили на дровишки. Там не сможешь? Ножик.
Да, Лариса, иди. О, ты что, вон на той сетке там заказывала. Термометр это, крючки. Мы снимем, иди. Светочка, иди. Да, на свет возьмешь. Идет, так то. Пап, распаковывай так же. Тоже не, не поднимай, распаковывай. Вишка же на голове.